Хроническую венозную недостаточность теперь лечат самыми современными методами во Владивостокской клинической больнице номер 2. Операции проводят по полису ОМС, то есть абсолютно бесплатно. Такая возможность появилась с приобретением в отделении сосудистой хирургии операционной лазерной установки. С помощью нового оборудования были прооперированы уже более сотни приморцев. Ну, я рад, что оно закончилось. Эмоциями потом как-то выразиться. То, что новое оборудование, это радует. Аппарат без врача железа. И врач важен, и аппарат ему нужен. Чтобы попасть на лечение, необходимо взять направление у хирурга поликлиники и записаться на прием во Владивостокскую клиническую больницу номер 2 по телефону. Получить консультацию сосудистого хирурга и при наличии показаний стать в очередь на лечение. Сама операция длится не более часа. Через 3-4 дня с момента поступления в больницу пациента выписывают. Проблема очень широка и затрагивает, в общем-то, 90% населения, можно сказать, земного шара, и в том числе и наших, потому что варикозное расширение вен, в частности, и с хронической венозной недостаточностью сталкиваются, то есть и мужчины, и женщины в равном количестве, и практически каждый. Болезнь варикозного расширения вен чревата осложнениями в виде трофических язв, нарушения кровоснабжения нижних конечностей, которые ведут к утрате трудоспособности человека. В месяц врачи тысячекоечной больницы планируют проводить около 25 операций по устранению венозной недостаточности. Но это далеко не все. До конца года тысячекоечная получит 258 единиц оборудования из краевого бюджета. Это рентгеновское оборудование, наркозное, наркозно-дыхательное, я сказал, система мониторирования. Очень много оборудования для операционного блока. Это в том числе аппараты, которые позволяют минимизировать кровопотерю, так называемые электрокоагуляторы, электроножи. Ну, оборудование для нейрохирургии, ультразвуковые аппараты. То есть вот вся линейка та, которая необходима для оказания медицинских услуг согласно приказам Министерства здравоохранения. Малоинвазивные методики лечения являются самым современным и востребованным направлением хирургии. И если раньше приморцы могли сделать подобную операцию только в частных клиниках и за большие деньги, то сегодня высокотехнологичная помощь доступна жителям края бесплатно. Катерина Матвеева, Андрей Толстихин, новости на Восьмом.